Слушаю. Может, я рано звоню, Энрике? Если хочешь, я могу перезвонить позже. Нет, все нормально. С сыном все в порядке? Не волнуйся, с ним все очень хорошо. Я только хотела, чтобы ты кое-что послушал. Папа! Ты слышал это, Энрике? Ты слышал? Да, слышал, конечно. Когда он научился? Я не ожидал. Вчера. Я научила его вчера днем. Тебе стоит видеть его личико, когда он это говорит. Он такой смешной. Даже не знаю, что сказать. Большое спасибо. Спасибо. Не стоит. До свидания. Пока. Что случилось? Все в порядке? Папа! Филиппе? Филиппе сказал папа. Он сказал папа.